Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы находимся на улице Алексеевский пост. Такая вот улочка в междупутье у Рижского вокзала. Ну и как раз вот Алексеевский пост – это место, где разветвляется Алексеевская ветвь и вот это ответвление к Рижскому вокзалу. Вот туда сама платформочка. Ну а мы пойдем к площади Рижского вокзала, водопроводному переулочку. Какое-то время улица, точнее Алексеевский пост, обозначался в расписаниях Курско-Рижского направления. Ну, естественно, все поезда следовали без остановки. Не знаю, с чем это было связано и почему его решили туда вот добавить. Но вот это, ребят, шутка, если что. Никакой улицы Фрэнка Заппы не существует, но есть группа ВКонтакте Фрэнка Заппы. Я нашел, кстати, увидел вот эту вот табличку и решил, так скажем, посмотреть. Но это был персонаж, я даже не вдавался в подробности, что это за человек. Можете зайти в группу и посмотреть. Там вот старые электрички стоят, в том числе и кругломордая так называемая электричка «Глобус», если я не ошибаюсь. Вот. Часть состава. Ну, в общем-то, был же тут музей ретро-подвижного состава Рижского вокзала. Потом переехал к Павелецкому. Такая вот улочка у нас изогнутой формы. А здесь вот конечная электробусов. Делают они здесь зарядку. 810 маршрут, Т-42. С недавнего времени 38-й. Ну а также вот автобусов некоторых, например, 84-го, М2. Ну, естественно, конечно, они прямо здесь, они подъезжают к Рижскому вокзалу. Вот улица Алексеевский пост, такая такой извилистой формы. Здесь вот цветочная база находится, в бытность работы курьером часто сюда доводилось ходить, забирать товар. Ну, кстати, цветы — это очень неблагодарный груз, очень требовательные клиенты всегда. Странно его пойти. Так. Вот такая вот улица. Алексеевский пост на задворочках Рижского вокзала. Там вот Крестовский мост у нас, выходим.
туда вот пути к платформе Рижская, бывшей Ржевской. Прямо к Рижскому вокзалу.